Алан, к концу близится сбор, все больше игровых упражнений. Как взаимопонимание уже налажено? Ну, у нас, в принципе, одна и та же команда, в принципе, все те же ребята, поэтому добавляется 1-2 футболиста, поэтому с этим проблем нет. Да, есть какие-то упражнения, которые мы отрабатываем, чтобы было взаимопонимание на поле. Ну, еще есть контрольная игра послезавтра, поэтому в этой игре все будет видно. Я думаю, что и тренерский штаб это все понимает, поэтому ротация состава идет во всех позициях, поэтому посмотрим. Повторю, что еще один матч, и после этого будем готовиться уже к «Зениту». Обычно говорят, что эти контрольные игры, они для того, чтобы решать какие-то локальные задачи. Но, наверное, все-таки последняя игра, да, от нее уже можно будет отталкиваться и какие-то задачи ставить, хотя бы, не знаю, какие-то прогнозы на матч с «Зенитом», что ли? Ну, прогнозы в том плане, что нужно понять, в каком состоянии команда сейчас находится, потому что мы на фоне нагрузок, двухразовые тренировки, но это нам необходимо, потому что, как говорится, заложить фундамент, чтобы в хорошем функциональном состоянии начать старт чемпионата. Что касаемо товарищеской игры, она тоже необходима, потому что нужно понимать не только физическое состояние, но и взаимопонимание на поле. Поэтому, опять же, повторюсь, что пусть завтра будет очень интересная игра, хорошая команда и хороший спарринг-партнер. Немного о конкуренции. Вот у Влада Игнатьева первый полноценный сбор, и все-таки на левом фланге действительно конкуренция одна из самых серьезных в команде. Что думаешь по поводу этого? Ну, наоборот, помогает, наверное? Ну, конечно, это всегда полезно, наверное, как бы, чтобы не расслаблялся никто, но все взрослые люди, все понимают, что мы решаем серьезные задачи, поэтому конкуренция только плюс, поэтому с ребятами полное взаимопонимание, тут никаких обид нет, поэтому кто сильнее, я считаю, тот и будет играть, поэтому во благо клуба. Ни для кого не секрет, что на сборах ты и индивидуально работаешь на беговой дорожке, ешь мало. Можно сказать, что для тебя сбор – это отдельное испытание, посерьезнее, чем у остальных? Ну, для меня всегда это важно, предсезонная подготовка, но все-таки перед каждым сезоном ставлю задачи, поэтому я очень хочу и надеюсь на это, что покажу хороший сезон, поэтому делаю все максимально, прикладываю для этого, гоняю вес, привожу себя в порядок, в принципе, уже все хорошо, поэтому посмотрим, чувствую себя хорошо и надеюсь, что ту работу, которую я проделал и проделала вся команда, она принесет пользу.